монеты. Монета индийская, Рэч подарил. Ладно, сейчас. Ага, нашла. Ногу свело, а то бы я сам нашел. Надо смотреть, что бросаешь. Сейчас, найду другую. Эту можно. А теперь я обязательно вернусь в Артек. Это примета верная. А ты здорово ныряешь. Тренировка. У нас в Праге большая река Вльтава. У нас в Каменке тоже есть река. Каменка большой город. 200 домов. 200 домов. У нас в Праге башен, и то больше. Может, Каменка деревня? Нет, не деревня. А что же? Населенный пункт. Слонечко, слонечко, попойди, малечко, сойди, что у цесты, стане се нещасти. Нецо те заеде, эце пельце стрейчек Нимра, купил шимловка даним. Молодцы! Тигры есть? Тигров нет. А слоны? В пуще медведи водятся. А так это в пуще, а не у тебя. Захочу и поймаю медвежонка. И пришлешь мне в Прагу? И пришлю. Попочки до востребования? И пришлю, вот увидишь. Thank you.
Медведь, ты похож на корову? А зачем ты нарисовала рога? Это не рога, это уши. Какие же это уши? Рисовать нового? Не надо. А почему у медведя горб, как у верблюда? Я сотру. У меня хвост не получается. Рисуй без хвоста сидячего. Хорошо. Медведь больше овчарки? Больше. И меньше слона? Меньше. Молодец, рисуй еще 5 штук. Я закончила. Хорошо. Что это ты делаешь? Медведя жарю, а тебе что? Ничего, просто никогда не видел, как медведя жарят. Опять попал в историю. А ты откуда знаешь? Догадываюсь. Ну в чем дело? Я пошутил. Обещал одной девчонке из Праги поймать медвежонка. Она злопамятная. Да еще неизвестно, кому разболтала. С девчонками лучше не связываться. Издевается. А кто тебя за язык тянул? Я думал, что с Дэной, как все девчонки, забудет. Она... Но я ей докажу. Что ты ей докажешь? Я достану медвежонка. Пусть нянчит его со своими искричками. А где ты его достанешь? В пуще. Голыми руками. Так я же не убивать собираюсь, а ловить. А медведица? Дымок, дымок. Тетя Фёкла едет. Угощаешь? Готовлю к охоте. Это дымка? А тебе какое дело? Давай, проваливай. Дымок. Один пойдешь? С другом. Какой же еще у тебя друг появился? Вот мой друг. Собака лучший друг человека. Она не отговаривает, не трусит. Мне теперь никакого ружья не нужно. Смотри, какие клыки. Да никуда ты не пойдешь, болтун.
Не слушай его, Дыму. Мы с тобой в 7:00 отбываем из пещеры в пущу. А где твой друг Дымок? Иду за ним. А компас у тебя есть? По звездам пойду. А если дождик? По деревьям. Видишь, мох? А это что у тебя такое? Мед для медвежонка. Слабоват снаряжение. А это ты видел? Берегись! А ты знаешь, где медведи водятся? Пуще. Пуще большая. А ты знаешь? Отец мне рассказывал один случай. Ты же слышал? Он партизанил в этих краях. Вот представь себе. Вокруг глухая пуща. В пуще поляна. А на поляне партизанский лагерь. Был у отца в отряде чех. Ян отважный, смелый, веселый, меткий. Вот отец вызывает Яна. Надо раздобыть языка. Будет язык, отвечает Ян. Но вместо языка Ян привел медвежонка, поймал в пуще. Где язык, строго спрашивает отец. Вот, говорит Ян и показывает на Мишку. Отец рассердился. Под трибунал. Но пожалел. На гауптвахту отправил. Наступила ночь, а Мишка не спит. И вдруг он услышал. Немцы крадутся с автоматами. Много-много! Мишка, давай бить в гильзы. Тревога, тревога, тревога! Перепалка была ужас. Всех фашистов перебили. После боя отец спрашивает Яна. Как зовут Мишку? Пущик, отвечает Ян. Молодец, Пущик. Дать Пущику ложку меду. Нет, не ложку, котелок. Нет, нет, ведро. Здорово. А где это было? Спросим отца. Так тебе он и скажет. Надо с подходом. Что за бомбежка? Ого. Ух ты. Интересно, интересно. А ну давайте нож. Нож и инструменты. Нож. Нож? Это нельзя. Почему нельзя? Это нож Яна Отважного. А кто такой Ян Отважный? Был у нас в партизанском отряде чех из Праги. Отчаянный человек. Наш отряд освобождал советских людей, которых фашисты угоняли в неволю. Ян был впереди.
В этом бою Ян Отважный был ранен. Мы решили отправить его самолетом на Большую Землю. Тогда он и отдал мне этот нож. А вы с Яном встречались после войны? Нет, не мог его разыскать. Фамилию его не помню, адреса не знаю. Ну, а без адреса и фамилии человека в Праге не сыщешь. Помню только, что остался он без левого глаза. А где это было? На 10-м кордоне. А медвежонок куда делся? О, теперь его правнуки по пуще гуляют. Десятый кордон. Где этот 10-й кордон? А я знаю. Знаешь? Мы с отцом там охотились. А где живет Сдена? В Праге. А где жил Ян? Тоже в Праге. Ну и что? Погоди. Я придумал. Это я придумал. Зададим Сдене задачку. Пусть найдет Яна. Правильно, пусть. Напиши ей письмо. Не могу я писать, пока не поймаю медвежонка. Не могу. Медвежонка-то мы поймаем. Обязательно. Кто это мы? Мы с тобой. Ура! Держи медведя! А письмо мы отправим. Здравствуй, Сдена. Получил твоих медведей. Рисовать легче, чем ловить. Агой, Сдено. Твои медведи сам обдержал в порядку. Не то легче медведя креслить, než ho хитать в лесе. Но медведь у тебя будет. Живой. Вот увидишь. Але своего медведя достанешь. Живого. Увидишь. А у нас с Михасом к тебе дело. А мы маме с Михасом к тебе просьбу. В партизанском отряде его отца воевал чех Ян Отважный с Праги. В партизанском отделу его отца воевал чех Ян Отважный с Праги. Он был ранен и остался без левого глаза. Был ранен и ztratil левое око. Если Ян Отважный жив, то он может быть только в Праге. Если Ян Отважный живет, может быть только в Праге. Помогайте нам разыскать его. Помогайте нам его выглядать. Привет вам от моего друга Михаса, Юра. Поздравляю вас, мой камрад Михас, Юра. Где ты, Михас? А Михас, это по-русски Мишка? Сиди тихо. Что будем делать? Искать. Где? Фамилия Яна неизвестна. Как неизвестно? Отважный. Это не фамилия, а партизанское прозвище. Ждите гостя. Чекайте гостя. Осталось еще 2359 янов. Алло? Судрух Ян Вумачка? Алло, то сам я. Вы были партизаном? Партизаном. Я тогда в люльке качался. Друг Ян, Зеленка. А? Ну, что
Соудрух Янзенька. Здравствуй, Франтишек. Я не Франтишек, я с Дэна. А здравствуй, тетечка Яна. Как твоя поясница? Вы были на войне? В славном императорском гвардейском полку. Это не та война. Вы были партизаном? Был. Где? В Словакии. Вы по поводу пенсии? Так уж 2356. Ты ружье взял? Уже в пещере. Отец не проснулся. Он на дежурстве. Хорошо, что мать уехала. Сругает отец за ружье? Нет. Он сам сказал, что ружье на двоих. Дымок. Дымок. Где же лучший друг человека? Он крадется. Дымок. Дымок. Друг у тебя в темноте не узнал. А колбаску узнал? Ну, медведи уходят и без собаки. Правда? Поймаем медведя, пригодится. Товарищ майор, да? Нарушители. Собаку украли. Сломали забор и украли. И цепи, и ошейник, все. И собак не лаяла? Не лаяла. Плохо. Вы знаете, они ее обкормили, наверное. А это не ваш собак? Ой, дымок. Дымок. Ах ты, паршивец этакой. Где ж ты пропадал, а? Смотрите, собака нашлась. Товарищ майор, а где же цепь и ошейник? Была бы собака, дымок, ошейник найдется. Пойдем скорее домой, пойдем. Михаил Васильевич. Да-да. Добрый день, Ирина Федоровна. Вы чем-то расстроены? Юра дома не ночевал. А где Михась? Как где? Они же в школе. В школе их нет. Тогда, может, они у нас? Пойдемте посмотрим. Угу. Проходите, пожалуйста. Садитесь, садитесь. Сейчас все выясним. Второй пост. Второй пост? Майор Выходько. Мой малой. Что это такое? Березка, березка, я сокол, перехожу на прием. Сокол, сокол, я березка, товарищ командир отряда, приближаемся к боевому рубежу. Сообщите задание, перехожу на прием. Прибавь газку.
Жму на всю железку. На спидометре 140. Возьми. Ой! Вы там живы, ребята? Эй, вы! Живы! 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 Дай понести ружье. Еще 53 шага пройду, тогда отдам. Ведь договорились после 1000 меняться. 947, 948, 949. Считай про себя. Восемьсот девять, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 818, 819, 800. Устал? Ничего подобного. А чего ж ты кряхтишь? Дай понесу ружье. Еще 180 шагов. 820, 821. А мы не прозевали речку. Как-то можно прозевать речку? Может быть, никакой речки и не будет. Давай посмотрим. Вот, это речка. Какая же это речка? Это болото.
Давай поторапливаться. Идти еще сколько? Успеем. В понедельник в школу не придем. Что будет? Ладно, сам знаю. Еще завтра день целый. Сегодня суббота, забыл. Медвежонку столько и не надо. Много сладкого вредно. А вдруг мед горчит? Ты же пробовал. Я? И не думал. Может, сам ты пробовал? В рот не брал. Ну, попробуй тогда. Горчит? Не разобрал. Попробуй ты. Вкусно. На такой мед любой медведь пойдет. Даже гималайский. Мед для медведя. Медвежонка-то мы поймаем, а вот разыщет ли с Дэна Яна? Тондос Веры. Тондос Веры, повторите адрес. Можете идти. Jan Václavík, Smetanovo nábřeží 7. Václavíka prověří... Po tomto adresu pojdou Pěti s Věrou. Honzík, Jaruška a Pavel. Honzík, Jaruška, Pavel. Podejděte blíže. Jan Kuštulka, hodina Štínská 3. V časovou mistrskou pojdete vy. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Moje Novokovo. Один глаз. Вы Ян Паштолка. Чем могу служить? Ну? Вы были партизаном. Что? Мы пишем сочинение. Наши славные герои. Какие герои? Где вы потеряли глаз? Бежим скорее. Я не могу дышать, насморк. Вытри нос, не рукой, а платком. Догоняй меня. Вы потеряли. Вот умница. Как тебя зовут? Аленка. А вас? Франтишек Галатко. Овощи, фрукты. Всегда свежие. Стой. Его зовут Франтишек. Еще одно бревно? Пожалуй, хватит. Не контиги строим. А чем вторую сторону связывать будем? Неси цепь. А медвежонка на чем поведем? Переправимся, отвяжем цепь. Thank you.
Щигаль. Дай шерсть, упустил. Ружье. Мед. Прыгай, а рюкзак? Относим. Вот, да провалиться мне на этом месте, если это не Дымкина цепь. Михаил Васильевич, где же они? Товарищ майор, наряд обследовал участок берега догорелой сосны. Никаких следов не обнаружено. Докладывает старший сержант Кокин. Поеду сам искать. Если что обнаружу, я сообщу вам немедленно, Ринфёдна. Плачь. Плачь как можно громче. А говорить за тебя буду я. А мороженое? Потом. Не буду. Хочу сейчас. На. Я хочу клубничное. Ешь, какое есть. Ешь скорее. Не могу. Ешь. Реви, говорят тебе. Почему плачет? Что случилось? Она потерялась. Да ты не плачь. Как тебя зовут? Где ты живешь? Она ничего не знает. Она говорит,
что ее папу зовут Яном, и что у него нет одного глаза. Нет глаза, и все. Он отважный. В Праге живет 1100 янов, а сколько из них отважных, неизвестно. Хочу еще мороженого. Зря тебя кормила мороженым. Ничего не вышло. В погадках се виправує, що ліжка є зла. В погадках се виправує, що ліжка є вихитрила злодейка. В сказках говорят, что лиса обманщица и воровка. А лиса – полезное животное. Она уничтожает грызунов и заботится о лисятах. Садись. Сдена Фиалкова. Что у тебя там? Медведь? Хорошо. Выйди к доске и расскажи нам про медведя. Медведь – грозное животное. А медвежата – веселые и безобидные. Их можно поймать в лесу и принести домой. Где ты это прочитала? Мне один мальчик рассказывал. А он тебе не рассказывал, как страшна медведица, когда у нее отбирают детеныша. Даже опытный охотник не всегда может спастись. Даже опытный? Своими когтями медведица может разорвать? Сдена Фиалкова, куда ты? И таких детей посылают в Артек. Почему без очереди? Извините, это Юрий, а медведи? Не понимаю, здесь о жизни человека. Пожалуйста, срочно в Каменку. Напиши обратный адрес. Напиши обратный адрес, тебе сказали. Телеграм. 17 корун. А просим вас, там а где он? Человек с повязкой. Не задерживай. Отправила медвежью телеграмму и иди. Я не знаю, кого ты предупредила, но скажи своим родителям, чтобы они завтра пришли в школу.
нас. Працює тоді тен пан з чорною. Простіть, у вас работает человек с черной повязкой. Как же? Это наш начальник Ян Плачек. Ян Плачек. Он был партизаном? Он у нас герой войны. Мне нужно повидать его. Это невозможно. Он уехал в отпуск. Пока медведица будет лакомиться медом, мы с Мишуткой убежим. Где же они все-таки охотятся? Вы их здесь искали? Да, все обыскали. В трясину они пойти не могли. Не маленькие. Второй кордон мы обыскали. Третий тоже. Далеко они не могли уйти пешком. Майор Вихотко. Доктор? Ирина Федоровна? Пропустите. Вы можете быть свободны. Михаил Васильевич, да. Вот... Садитесь, Ирина Федоровна, садитесь. Угу. Из Праги? Да. Бессер, Каменка, Юрию Громовичу. Медведя не надо, это опасно. Сдена. Я думаю, опасно.
Михась, намазь медвежонку еще лапы медом, чтоб потише себя вел. Пошли. У меня ноги сводят. Давай выйдем на берег. А медведица вот нападет на след. Пойдем. Юра, давай я тебе помогу нести медвежонка. Что ты все время несешь его? Не надо. Ведь тебе же тяжело. Ничего, я сам понесу. Ведь я же с Дэнни обещал поймать его. Ты куда? Выходи. А медведица? Пусть она наши следы ищет там, в воде. Долго мы его таскать будем? Недолго. Сейчас он нас сам поет. В развалочку. Да еще как. Мишенька, ну пойдем. Я же обещал с Дэнни. Пойдем. Мишенька, идем. Миша. Звери!
осторожно. Может взорваться. Как же она взорвется? Это ж коптилка. Михась, иди сюда. Мина, опасно. Эх ты, мина. Пулеметный диск. Вот это опасно. Пойдем отсюда. А медведица? Миша, Мишка, Мишутка, Миша, Мишенька, Миша, 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 не откликается. Надо ему имя дать. Давай придумаем хорошее имя. А чего тут думать? Назовем его, как я, надважный, Пущиком. Пущик, Пущик, откликается. Молодец, Пущик. Надо ему метку дать. Пущик, Пущик. Следов нет. Понятно. Они пошли по воде, чтобы медведица не напала на след. Прием нарушителей? Угу. Недаром занимались кружки пограничников. Thank you.
Эй, вы, Робинзоны, а ну вставайте. А ну-ка, шагом марш. Михаил Васильевич, а можно мы возьмем медвежонка? Какого еще медвежонка? Папа, пойдем мы тебе покажем медвежонка. Мы поймали Мишку и назвали его Мишика. Пойдем, папа. Пусик. Пусик. Пусечка. Может, вам это приснилось? Мы же его кормили медом.
Алексей Петрович, его надо уже отправлять. Он так вырос, его не пустят в самолет. Ну вот и отправим, с Прохором Ивановичем. А мы? А за какие успехи я вас должен отправлять в Прагу? Уроки пропускаете, в пущу убегаете. Всю Каменку из-за вас на ноги подняли. Отметки ведь у нас хорошие. Он все растет. А с Дэна ждет, мы слово дали. Она может подумать, что мы все наврали про пущика. Войдите. Что это за новое блюдо, пущик? Первым самолетом прилетает пущик. Приготовьте меда побольше и погуще. Дедушка, я медведя поймала. Дедушка, на мишенице написано. Дедушка, на медведе что-то написано. Пущик едет в Прагу. Пущик едет в Прагу. Пущик. Вот подобный одному моему знакомому. Он похож на одного моего знакомого. Дедушка, пойдем пущика встречать. Он не кусается, он совсем малыш. Хорош малыш. 23 килограмма. Оформляйте быстрее. Этого гражданина все чешские ребятишки ждут. Дождаться не могут. Только бирку вы уж сами ему привяжите.
Только смотри, опять не попади в историю. В какую историю? А вот это передай с Дэнни. Ладно. Держи нож. Я не потеряю его, если не найдется Ян. Как так не найдется? Ты же не знаешь с Дэнни. А ты знаешь. Держи. До свидания, Ирка. До свидания. Не простудите медведя! Пассажиры проходят в первую очередь. Вчера разбросали по Праге 1000 пущиков, из них наш отряд 200. Я нарисовала 20 медведей, они мне всю ночь снились. А я теперь с закрытыми глазами нарисую медведя. Уже 12 часов, а мы не опоздаем? Самолет прибывает в 3. Только бы Ян Отважный вернулся из отпуска. Вернется. Ему ведь завтра на работу. Скорее. Вы живете в этом доме? В этом, а что? Вы не знаете Яна Плачика? Знаю. Очень даже хорошо. Он вернулся из отпуска. Вернулся. Пошли к нему. Подождите. А его нет дома. А где я? На почте? Он на почте? Вы? Разве у вас два глаза? Ты считаешь это мало? На почте был один. У взрослых тоже бывает ячмень. Поехали пущика встречать. Не дергайте пущика за хвост, не суйте пальцы ему в рот. Причешитесь. Юра!
Дорогие друзья, медвежонок не в состоянии съесть 1000 банок меда. Угощайте своих соседей. Это мама велела передать. Знакомьтесь. Михась. Аленька. Михась. А где я? Нашелся? Нашелся. Но это не я. Это я. Ну да. Вообще-то он я. Но он и партизан. Ну да, конечно, он дядя партизан. Дядя я? Дядя я! Вам папа сказал, а вы помните Виходько? Это вам папа передал. Вот это встреча! А ну покажись, ты его сын? Угу. Такой же сердитый. Не, мой папа не сердитый. Пойдемте, пойдемте. Знакомьтесь, это Юра. Юра. А с Деном вы, конечно, знаете. Юра, это не я. С Деном, это умер Витька, нам уже меня стадору. Не могу его снять.